Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и Артур, поздоровайся. Всем привет. Из елочки. Мы находимся у Клёном, где мы прекратили предыдущую серию. Сегодня мы играем на сервере Нью-Йорк Сити 8, потому что тут ночь, а мы вам обещали ночную серию. Сейчас мы пойдем по Клёну, по которому вчера прошли, и зайдем в Гвозно. В Гвозно у нас машина, часто респаунится пикап. По крайней мере, посмотреть, что с ней сегодня можно будет сделать. Ну, собственно, для этого нам нужно двигаться на запад и чуть-чуть на север. Как видите, странный сервер, и на нем на карте мы отображаемся, и, похоже, все выжившие отображаются, потому что, но только в определенном радиусе. Поэтому да. Нужно быть осторожным, потому что вся наша маскировка вот сейчас, вот то, что мы ночью, и нас нифига не видно. Это будет нивелировать наше преимущество. Ну-ка, вот фонарик у меня есть, кстати говоря, на перинтовке. А какой кнопкой? L? Нету, у меня нету, но зато у меня есть глушак. Да, это получше, конечно, если есть прибор ночного видения. Так, давай, как обычно, я иду первым, давай. Мне, в принципе, меньше чего терять. Хотя, в принципе, у нас уже по одинаковому. Да, только что у меня камуфляж, да и все. А я все так же хожу. Так, бежим к Клёну. Здесь, мне кажется, что довольно опасно может быть. Но вроде как по карте никто не отображается, поэтому по-быстренькому прошурстим, да уйдем отсюда. А между сериями мы дважды заходили на сервера и, ну, и искали ночь. Вот, и здесь было. Каждый раз были палатки. Не рассказывай, что было между сериями, а то опять скажут. Между сериями все самое интересное. Между сериями ничего интересного не происходит. А если что-то и происходит, это за секунду происходит. Мы делаем серию все-таки оперативную, что нам там поодиночке-то снимать всякие такие моменты. Так, иди ко мне. Дом. Иди ко мне, я вся чешуся. Но здесь ничего нет. Вообще ничего нет. И квадра нет. Да, и короче говоря, тут мы в одной из палаток нашли еще пакет крови, у нас теперь их на один больше. Мне было очень стыдно, что мы воруем кровь у непонятных обездольных, поэтому я положил им туда кусок жареного мяса взамен. Хоть что-то. Так, Джек Шепард, давай кусочку сюда правее чуть-чуть. Не совсем уж мы мародер, да? Угу. Правей. Видишь меня? Нет. Ты где? Очередная серия? Опять мы теряемся. Включай фонарь. Я не хочу тут на клёне включать фонарик. Ты вообще опиши, где ты находишься. А, ну вот я на пригорке. Все, вижу тебя. Справа. Вижу, вижу. Ну, туда пойдем. Пойдем. Как-нибудь только вот так. Гвозно, значит. В Гвозно у нас пикап. Квадрика мы, к сожалению, не нашли. Но, тем не менее, пикап нам бы подошел один на двоих. Да, серии бы погонялись. Да, но это достаточно сложно сделать, учитывая, что играем на разных серверах. А вообще, пора бы, возможно, уже остепениться. Ну, блин, вот если мы остепенимся на каком-нибудь одном сервере будем сидеть, то как раз-таки вот такого не получится разнообразия. Ночные и дневные серии. Найти-то не найдут, мы же каждую серию практически ник меняем. Ну да, но все равно будут знать, что мы на каком-то именно сервере играем. Кстати, мне на этом сервере не нравится, что наводя прицел на тебя, я вижу твой ник. Это когда да, ты в мечке лежишь. Я вот в одной из серий так и обнаружил, что к нам противник приближается. Это плохо. А так он мог бы подойти. Ну, с другой стороны, для нас будет небольшое преимущество, так как мы с ПНВ сможем, допустим, в лесу быстрее игроков заметить. Начать стрелять. Мне не нравится, что мы на карте отображаемся. Со скрытностью, блин. Мы как раз ночью играем из-за скрытности. Тут со скрытностью проблемы явно. Так, там у нас какой-то домик, что ли, вдалеке, или это кустик такой? Не кустик. Вижу. Кустик просто. Показалось. Бывает. Так, у меня дозвуковые нет? Нет. Почему у меня не дозвуковые? Кто тебя знает, почему у тебя не дозвуковые? Менял? Поменял, да. Так, я сейчас у опушки остановлюсь и тебя подожду.
А, да я за тобой метрах в пяти. Сейчас-то вот такие открытые поля как-то уже не очень. Ну, ночью как-то... Ночь. Все поспокойнее. Равно. Поспокойнее, да. Хотя ночью я уже говорил, что ночью наоборот все более хорошо видно. Если у кого-то ПНВ есть, нас на поле еще лучше видать, чем днем. Потому что вот эти вот всякие вот тени, которые днем отражаются, и они могут еще искажать. Их тут тупо нет. Да. Бывает, конечно, когда луна светит. Но сейчас у нас ночь совсем темная. Ты сейчас выключу, и а тут вообще ничего не видно. Да. Темнота. Кто-то говорит ночью, типа, играйте, ну-ка, без ПНВ еще выключите, типа, ой, выкрутите гамму. А ну нафиг. Ночью должно быть нифига не видно. Что-то будет тогда за ночь. Так, там справа какой-то есть амбарчик вдалеке. Ну, как вдалеке, метров 100, наверное. Насколько справа? По часовой стрелке. По часовой стрелке на 3 часа. Значит, где-то здесь за деревом. Ну, можно зайти, посмотреть. Хотя, что нам там делать-то вообще? Нет, ты никуда бежишь, вон на 3 часа. Ну, как? Ну, на 3 же часа все правильно. Ты же метку поставил на карте. Ой-ой-ой, как обычно. Понятно, почему не это. Подождем до 25, да. Да перезайдем. Давай. Так, продолжаем. Короче говоря, мы зашли, были на NY8, теперь на NY7. Что-то он рестартанулся. Так, и похоже, мы просто совсем в разные места бежали. Да. А вон амбар, да? Угу. Не знаю, с одной стороны, вот что, у меня просто инвентарь полный, вообще полный. И полный он ничем попало, а именно очень хорошими нужными вещами. Да. Ну я там для перекуса чего-нибудь попробую найти. У меня жатвы столько. Ну так вот именно, смысл тратить. Пусть лучше с нами в рюкзаках лежит, а здесь перекусим, да продвинемся дальше. Но там мертвый зомби лежит. Скорее всего, либо он упал с крыши, либо он... С такой крыши падает, не убивается. Думаешь, мне кажется, что он убивает. Ой, блин, тут же с этим, с биноклем ничего не видно. В смысле? Ну, в смысле, вот попробуй бинокль сейчас открыть, у тебя будет тупо черный экран. Как с ним в целом поставить? Нормально. У меня, вот я сейчас нажал B, у меня бинокль с очками ночного видения. Зомби на крыше снова появился. Нет, у меня не включил. Вот снова он падает. Не, не падает, а умирает, все нормально. Можно подбегать, давай с тобой аккуратненько. Так. Ну, теперь давай посмотрим. Ну, наверное. Ты у нас в кустиках зашухиришься. Так, вижу лишь одного зомби. И два суицидника уже лежат. Давай. Пистолет у нас теперь с тобой одинаковый. Кстати, у меня на него два рожка, если что, надо будет у тебя один. У тебя тоже ПБС, что ли? Да. Прихватизировать. Так, ну ночью они вообще слепые. Сказали, что в комментариях я прочитал, что, короче, если у тебя жизнь не полная, то они могут чувствовать, что ты ранен, ну, типа кровь там, и идут к тебе. Он упал... А, нет, он... Фу, блин, я испугался. Я уже думаю, что такое. Он не упал, он за куст зашел и выглядел это так, как будто он, короче, падает. Короче, они чувствуют. И идут в той стороны. Я же говорил, такое ощущение, что они знают, где я. Ну, а мы с тобой обычно под раненными городам подходили. Винчестер не нужен? Ой, все, беру. Винчестер, пушка моей мечты. Убитый зомби, да. Прыгунчик. О, банка с бобами. Бинт как раз. Есть еду и спить воду. Что-то, блин, я не знаю, пугливо в последнее время. Ну, как обычно, в принципе, уже говорили, что у меня паранойя в этой игре. Да и ладно, пусть лучше паранойя, чем да. Меня слишком много раз убивали. Так что, ну и нафиг эти всякие авось. Так, ну все здесь лишь дрова еще остались.
И лишь дрова остались там. Давай вот отсюда выходить. Блин, там заборчик, я не вижу. Ну, по звуку вроде бы... Нет, в смысле, его можно пройти? Нет, сетка. Ну, нам вообще в другую сторону вроде. Нам главное в лесок сейчас, а там уже будем забираться в какую-то сторону. Мне параноику там спокойней. Да. У тебя пока еще палатка. Чуть человек палаточник, я пойдем палатку посмотрим. Палатку нашел? Да. Подожди, блин, а почему у нас на карте? А, это уже другой сервер. Так, подожди. Я чуть правей. Левей. Блин, ты елки-палки, ты вот ты сливаешься, это офигеть. Поэтому где палатка? За мной иди. Я лучше с расстояния посмотрю. Ну вот прям куда я смотрю. То есть по компасу 70. Все, вижу, вижу. Как ты эти палатки находишь, а это же офигеть. Я не знаю. Это же хорошо. Хорошо. Так у нас столько всякого хабара нужного, что самое главное. Может быть, мы решим поделиться. Что... Да, кстати. Представляешь, новичок какой-нибудь заходит в палатку. Так, что там моя палатка? У меня там лежала банка бобов. Господи, Иисусе, да. GPS лежит и записка. Да. А, кстати, от у нас Жека с любовью. А, как они? У меня есть, например, коробок спичек запасной. Серьезно, я вот, мне, например, не жалко положить. Какому-либо игроку. Так, мы смотрим, вроде бы там что-то есть. Хотя... У меня там бинокль. 7 стальных болтов, DMR-магазин и патрон, часы, патрон для этого винчестера. И все. 7 стальных болтов. Видимо, человек проболел. Хорошая вещь. Так, я делаю еще один скриншот. Я делаю скриншот всех палаток, которые нахожу. Так, ну все, уходим. Ладно. Так, а ты метку поставил? На этом сервере ты же не поставил. Давай, если я тоже поставлю, пора мне уже приучиться к этому тоже. Так, смотрим, Гвозно. Как там, держишь Shift? Прям на синюю остановку первую, которая в перекрестке ставь. Shift и левая клавиша мыши. Все. Нам надо идти. А что-то мне не отображается. Тудова, я написал. Я не писал, я просто пометил. Тебя отображается? Нет, тоже не отображается. Видимо, этот сервер, наоборот, в отличие от предыдущего, вообще к картам очень плохо относится. Тут суровейший махровый реализм. Ну и ладно. В любом случае, нам не сюда. Так, ну нам как-то сейчас вон к тому лесочку и оттуда на запад куда-то идти, по-моему. Блин, ну нам да, на запад. Ну, ты хочешь такой полукруг сделать? Ну, ты хочешь напрямки пройти? Нет, там, в принципе, какая-то деревушка, давай пройдем по твоему пути. Я вообще сейчас достаточно приблизительно так понимаю, где мы находимся. Я как-то путь не прокладывал, просто иду примерно в ту сторону. Так что на тебя все надежды. А ты да, теперь на меня надеешься. А левей. На карте-то мы сейчас действительно не показываемся, и вот понять. Короче, нам надо будет в квадрат идти. Хрен на квадрат. 34,86. Да. 34 по широте. Да. Так мы уже поднялись южнее, вернее севернее. Нам нужно. Вот, теперь только нужно. Строго налево и чуть-чуть на юг. Ну пока что можно просто строго налево идти. Да. Ну там, в общем-то, юго-запад более-менее будет так, по курсу. Так где ты? Я чуть-чуть вперед прошел. Просто беги вперед и видишь меня. Вижу. Стоишь. Да. Как памятник воздвигнут. А я у тебя не вижу, пока ты в упор не подойдешь. Вот я. Куст. Машинка побитая стоит. Так, здесь у нас что за поселение-то? Здесь, кстати, у нас даже что-то. Магазин здесь, да? Магазин. Где ты магазин видишь? Вот. Отлично. Подожди, это Краснодар, вот. Что ли? Нет, не должен быть. Что это за поселение? Мы как-то, блин, у нас у обоих GPS, мы офигеть. Да, это Красностав. Красностав. Вот мы тогда сверху вниз спускали сюда. Что тебе может понадобиться в Красноставе? У меня лишь один вопрос. Как мы сюда пришли, когда мы шли?
Блин, ну да, нам явно надо левее брать сейчас. Нам строго налево сейчас нужно идти. Если в принципе, мы можем просто ориентироваться по основной дороге, ну, из Красностава налево и вот вдоль ее как-то двигаться. Меня больше всего печалит, что мы зашли в то место, где до хрена зомби. Да, и они все идут в сторону, куда нам надо идти. Так, Джек Шепард, ты где? Я снова тебя из этого потерял, да. Вот, вижу. Так, ну в магазин нам ничего не надо, так что пойдем. Так, ну вот там он прямо куда видишь, куда ты смотришь, вижу, там да, зомби. И еще он один идет. Так, надо как-то обойти их полукругом, что ли. Не палиться. Там один в кустах очень неплохо так прячется. Короче, мы маленько круганули. Могли от того ангара прямо на запад пойти. Да. Теперь мы к нему вернулись. Ну да ладно. Это называется ориентирование по GPS. Да. Бешеный профессионализм. Зато еще больше приключений. А вроде сервер реализм, но почему-то тут дают от третьего лица побегать. Классно. Я, в принципе, поначалу я вообще удивился, как можно из ПНВ с видом от третьего лица смотреть. Я думал, здесь типа реализм. Я такой бородатый еще, у меня натурально, вот, Сэм Фишер. Да. А, кстати, правдивы ли слухи, что Splinter Cell уже будет озвучивать другой актер? Да. Блин. Ironside — это, по-моему, самое лучшее, что было в Splinter Cell. У него такой голос был. Ох, помню, как я теорию хаоса впервые проходил. Тогда были лишь русские субтитры. Но, блин. Блин, да что ж такое? Опять серии проблем, похоже. Ах, вот посмотрите, в каких условиях, да? Приходится работать. Не, да вообще просто. А еще, говорят, по 2 серии в день, блин. Больше экшена. Так, ну ладно, тогда врубаем пока. А? Продолжаем. Сервер тоже. Мы на него опять зашли. Народ, как видите, массово присоединяется. Джек Шепард, ты где? А, где ты? Я... Наверное, по горке чуть вперед пошел, да? Да, я у ангара. Ну, не у ангара, я от него метрах, наверное, в 50 на север от него. Понятно. Продвигаюсь. Вот вижу тебя. Ты меня, наверное, сейчас через минуту, наверное, заметишь только, да? Нет, я тебя вижу. Я вообще-то думал, что я подальше, оказывается, я рядом с ангаром вообще. Офигеть. Где-то тут у нас связь прервалась. Это уже сервер не сохранил, видимо. Да, ну хотя бы откинули нас не так далеко. Меня, по крайней мере, не беспокоит, что на карте нас кто-нибудь заметит. Все-таки тут у нас скрытность работает. Потому что Красностав мест не очень хороший. Очень нехороший. А, это опять 70? Же желтый значок. Да ладно, я думаю, на сегодняшнюю серию хватит нам игры. Блин, я надеюсь, два раза уже выкинул. Ну, он перезагрузился же только что. Ребутнулся. Так, и пора бы нам, по-моему, уже двигать на запад, а то что-то мы как-то опять кругаля нарезаем. Ну, прям на запад я иду. Так, вот и понятно все. Идем. А что ты в лесу-то ползаешь, Луки? Да не знаю, что-то у меня уже, знаешь, так на автоматизме. Так быстрее просто будет. Нажимаешь X и идешь. Блин, прикольная винтовка. С нее все начиналось. Как вообще вот такое могло произойти, что мы две винтовки такие нашли, именно вот их первый раз нашли? Да, вообще не же знаю. Это же довольно редкое такое оружие, очень редко упадает. Да, и самое главное, теперь мы снова. Да. Ну, у тебя маленькая другая. Ну да, но... немножко. Ну, блин, это формальность. Все. Ну, короче говоря, опять станаги наши все. Да, опять станаги наши все, опять. Дележ патронами, выживание. Сколько, кстати, у тебя магазинов станагов? Ой, да много. У меня три простых, один за звуковой и в рюкзаке. В рюкзаке еще два обычных. В инвентаре три до звуковых, один простой. В рюкзаке пять до звуковых, один простой. Я думаю, нас быстрее грохнет, чем мы успеем такое количество потратить. Да. Это тут на третью мировую хватит патронов. Ну, если ходить по городам и зачищать всех зомби. Ну, сейчас вот, я не знаю, в этой серии надо до Гозна добраться. В принципе, поискать машину уж
С Гвозна, говорят, кстати, тоже очень часто ходят машину, как из клена забирают. Так что там тоже. Мы ходили. Один раз нашли. Так, все, мы вышли на 34-ю широту, теперь можно тупо назад двигаться. Нас включен GPS. GPS он почему-то вырубается, я так не понял, почему время от времени. Меня это раздражает, да. Я про него забываю постоянно, когда вспоминаю, конечно, я там квадратом 4 на 5 ушел уже вверх. Фух, ладно. Сколько времени-то? Время. Хорошо. Только начался еще. 10 часов, отлично. Вечер. В этой игре странное время, кстати. Темнеет рано, а светает тоже рано. И не зимнее, не летнее. Темнеет в 6 часов. Мы по Черной горе бежим. По Черной горе? Руина. Помнишь, где мы были? Ну, да. Мы нашли. Висел, так сказал, да. Нет, я когда карту ставишь, она... А, понятно. Автоматически. Ну, до Гвозна еще не очень далеко идти. Сколько еще? Километра, наверное, 2. По путям было славно. Сейчас мы спустимся, там будет амбар, вышка. Знакомые места. Кого-то убили уже. Вроде народ только позаходил на сервер, а уже кто-то что-то не поделил. Да лучше такого человека с таким ником убивать, да. Сек, стой. Еще и с ошибками. Да, это явно не из Нью-Йорк-Сити человек. А, блин, симулятор бега по лесу. Симулятор отличного и реалистичного бега по лесу. Да. Ночью. 46 правда. Зомби, кстати. Я вообще на сервера заходил, где 0 зомби было. Ну, там они быстро появлялись. Они появляются только если заходишь в город, и они начинают респауниться, и механизм как бы запускается. А так, я там часа полтора, наверное, бегал, пока бежал до того места, куда мне было нужно, и я решил, что так проще будет. Потому что сервер, ну понятно, на нем и лут и не респаунился тоже. Поэтому я тупо на нем, народ там практически не был, добежал до того места, где мне нужно было. А вообще вот такие сервера бывают, вообще ничего не респаунится. Кроме людей. Да, мишка какой-то. Да, было дело, я тоже заходил, было 0 зомби на сервере, как раз когда у нас было 2000 здоровья, мы с тобой, когда качки отступили и вышли. Я решил спуститься в магазин, пошарить, что там есть. Начал спускаться, ну, естественно, в полный рост бежал, что, нет же зомби-то. И вокруг меня, сразу гарнизоном, выстроились ребята эти и начали прессинговать. Да, мы вышли к амбару. Я помню, это там ангар. Или это ангар? Это амбар. Амбар. Это знаешь, какой амбар? Ты знаешь, какой это амбар? Я знаю, какой это амбар. Вон там вышка. Блин, мы эту Чернорусь уже знаем, как свои 5 пальцев. Да. Так, ну в амбар-то больно заходить. Подумай, наверное. Да, месяц назад, когда начинали. Как раз считай, да, день назад был, месяц назад, ну, для момента, когда мы снимаем. Мы 12 мая, по-моему, начали снимать. Ой, ты засекаешь наши годовщины, как это мило. Да. Я просто помню, что 12 мая, по-моему, это было. А раз сегодня 13, значит. Значит, кэп не дремлет, да? Ее пропустили, да. В любом случае, я надеюсь, люди напишут нам поздравления к этой серии. Они напишут обычно, как обычно напишут то, что пишут. Ой. В основном... Нашел, все еще по лесу бегайте. Да нет, кстати, я вот комментарии открывал сегодня. Все хорошо. Нормально пишут. Только, ну, как обычно, один человек на 20 находится и начинает, блин, это какой кошмар. Именно вот, именно к DZ приходится комментарии закрывать. В остальных видео. Популярность, она хорошо, конечно. Но, блин, когда народ темная приходит... Темная сторона есть. Разный народ приходит. Это тоже Demon Souls, допустим. Нифига там. Никогда в комментариях ничего такого не бывает. Там потому что именно публика настроена. Немножко по-другому.
Так, вот мне какой-то человек написал, что типа, о, там у Артура целая куча комментариев, а у тебя что-то как не густо. Я говорю, я только рад. Потому что чем меньше комментариев, тем лучше, я думаю. Так больше полезно. Оказалось. Что там? Показал, что в палатках. Это раскопка местности. Так, что там так глозно-то? Мы сейчас находимся так. А мы уже почти, по-моему, пришли. Вот там бар этот был. Да, мы уже почти пришли. 34 сколько у нас глозно? Почти пришли. Не знаю. Сам посмотреть. А, 34,86. О, совсем близко. 86 это у нас, значит, где-то вон там начинается, за этим лесочком. Блин, я опять свернул куда-то. Как бы то ни было, я все, блин, никак вот не могу привыкнуть, когда смотрю, что ты бежишь в полный рост, все время, кажется, хочется сказать, присядь, братинь, опасно. По полю, но с одной стороны, конечно, тебя более заметно, но с другой, более быстро бежащего, труднее попасть. Да, особенно зигзагами, если бегать. Хотя, как правило, и так бегущего человека попадал. Там просто на упреждение надо научиться стрелять. Да, и самое главное, что в момент, когда ты видишь какого-то игрока, адреналин просто подскакивает и... Бывает. Не можешь сразу так понять, что ты должен делать, куда стрелять, что вообще такое, шок небольшой. Ни в одной игре так адреналин в голову не бьет, когда видишь. Так, вот мы глозно подошли. Сейчас я добегу до деревца и буду тебя ждать. Ага. У березоньки. Фу, так. Блин, я ставлю ПБС. Если что, вот по этой лесополосе пойдем, может? Давай. Опасно. Блин, в Гозно, в принципе-то, ничего хорошего нет. А вот так, по-моему, прямо лучше пройти по полюшку, и тогда как раз выйдем к тому месту, где эта машина. Блин, ну так, конечно, открытая местность. Но я, честно говоря, не помню, с какого хода мы тогда заходили. То есть в какой стороне будет машина. Я помню, где машина, но сначала... Я помню, нужно... где она... Ну, то есть она там от площади, если проходить. Угу. От площади на юг. Так, Гвоздно, заходим. Блин, что-то я бегу тут в полный рост. Не знаю. Давай скриншотик сделаем, ну, рядом с Гвоздом. Все-таки фотосессию устраивать, а? Отлично. Ну, это я помню, когда мы с тобой в церкви-то сидели, да? Помнишь, как 20 лет назад мы боялись людей, а теперь сделаем фотосессию в городе полном зомби. Народ тогда еще спрашивал, а где эти скриншоты смотреть? Да. Заходите к Джеку Шепарду на аккаунт Steam и там смотрите. Или в группе смотрите, да. У него ссылка в описании к видео. Да. Вот и смотрите. Мы сейчас бугурты пошли насчет того, Артур, почему ты не добавляешь ссылки на Джека Ярослава? И там, Джек, почему ты не добавляешь ссылку на Артура? Да бесполезно, потому что все равно будут просить. Так, блин, я... слева зомби, справа зомби. А я такой иду, да. Но он от нас уходит. Вообще его по-хорошему лучше бы снять. Ну ладно, пусть пока пойдем. Достаточно далеко он от нас. Блин, здесь пока что мы не нашли места, куда, если что, можно будет. Да, забежать. Я вот не помню, есть ли здесь вообще дома, ну как бы. Ну, амбары есть. Если что, до амбара придется бежать, а он в другом конце деревни. Вот о том я и говорю, что это. Так, нет. Лягухан прям к нам идет. Вижу. У нас плохой значок связи опять. Так, давай. Его вообще за тобой метров 5. Снять хочешь? Давай. Молодец. Топ. С первого выстрела. Ну я-то четкий парень. А главное, скромный. Да, я вообще скромный. Великолепно, да, красивый и образованный. А главное, скромный. Дудык. Остановки ничего нет. Блин. У меня постоянная паранойя, и мне постоянно кажется, что мы палимся. И при этом мы на самом деле постоянно палимся, но не так, что прям страшно.
Да. Ой, блин, что-то я как-то странно все. Капец. Шел, думаю, по внутренней стороне пройду, а здесь. Че, как дела на той стороне? Да как-то не, асти, а там нету. Опасно. Так, ладно. Ну вот здесь вот цепочка, да. Приоткрыто можно пройти. Это зомби близко с забором, как бы у нас. Вот ты сейчас реально просто сам Фишер один в один. Куда ты идешь? Ой, на нас идет. Так, его, по-моему, лучше снять, он в нашу сторону идет. Хлопнешь? Да. А, я вот не уверен, у меня дозвуковые стоят или простые. Ладно, давай я. Шаг. Так, отойди. Блин, он за машиной спрятался. А правее же идет. Куда смотришь? Он я за машиной у меня находится. А, вот этот? Да. Молодец. И теперь давай прыгунка. Прыгун такой, а что такое? Что такое? Ты еще живой, что ли? Тебя убили, да. Блин, я себя перехвалил. И ползет. Он прыгает. Я опять в него убил. Да дохнет, это уже елки-палки. Три выстрела в спину, ему пофигу, мозг не задет. Блин, что-то их дофига со всех сторон заходит. Блин, теперь еще один лягухан. Вижу. Вон там слева можно в какой-то гаражик зайти. В принципе, обойти. Давай, там мотоцикл, говорят, бывает. Сидим, откройся. Да, я видел, ребята мне на странице ВКонтакте скинули картинку, где они нашли мотоцикл. Интересно, ну он в принципе довольно-таки целым выглядел, не знаю. Может, только бензин нужен был. Вот здесь, кстати, это управа. Что? А внутри, что бы ты думал, консервная банка и пустая банка из-под газировки. По крайней мере, пожрать можно. За стеной слышу. Он согрелся, нет? По-моему, нет. Вот я не понял. Но если бы он согрелся, мы бы здесь уже слушали. Уже а, кстати говоря, в следующем обновлении сделают, что они перестанут сквозь стены бегать. О, наконец-то, да. Вообще будет обновление крутое, там и анимация. Да. Нет, он просто бесится. Просто им что-то в жизни не хватает. Ходят тут какие-то левые чуваки, да. Это моя деревня, я когда-то здесь жил. Так. Так, ну вроде бы чисто. Как людей нет, так и на полу ничего нет. А за холодильником тут пусто. Блин, он прям около входа. Ну, вроде не заметил. Ну, в темноте они. Ой, да. Вот он в окошке. Добрый день, месье. В упор прям. В темноте они вообще слепошары. Ой, я уже как-то подозрительно отношусь к таким словам. Потому что много раз, когда мы говорили, что-то они такие слепошарые. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот так. Самое смешное было, когда я винтовку проверял. Да. Ой, так что-то вроде бы никто не бежит. Ой, один бежит, только сейчас сниму. Я такой, ага, я снимаю. Ой-ой-ой. Приехали. Да, там, конечно, знатное было мясо. Есть что вспомнить, самое главное. Да. Вообще там, конечно, мы уже начали атмосферу терять. Сейчас как-то более опять так собрано играем. Так, блин, сломанных машин. Куча стиралок на улице валяется. Блин, я вообще не пойму, с какой стороны мы подходим к этому. Я тоже не пойму, но, блин, подходим, и ладно. Вроде бы с машин должна быть вот там вот слева за церковью. Блинчик. Нет. Нет. Тут коровник должен стоять, и слева от него будет ответвление. Ну там колхоз, и слева от него будет ответвление к. Блин, мне опять GPS убрался. Да, у меня тоже. Открываем. В церкву не зайти, да? Нет. Mm-hmm. Это еще не Гвозно, короче говоря, это так, предместье. Стоп, а мы же с тобой, по-моему, здесь были, да? Когда зомби сагрили, три респа чистили. Да-да. Да, именно вот, да, вот в этом месте, около этой церквушки. И вон там где-то у нас, а вон этот дом стоит, да, точно, в котором мы отстреливались. Я тогда еще не знал, что лучше не в прихожей стоять, а вглубь комнаты заходить. Да, тебя тогда здорово побили. Капец, меня тогда потом я тебя побили. Слева идет. Ты прям туда бежишь? Нет, я за тобой. Опять ты начал гадром начался. Стою на месте рядом с домиком. Подожду, пока ты отвистишь. Ну да, как обычно.
Ах, ну сколько можно? 36 минут снимаем. Так, ну я думаю, нужно гвозди сегодня уже полностью зачистить. Ну, Да, то есть было бы неплохо. продолжаем в очередной раз. Все на том же сервере перезагрузился он. Не знаю, что-то он тут часто ребутается, вообще офигеть просто. То есть через каждые 20 минут, что ли. Ну, короче говоря, двигаемся дальше. Вон там у нас домик, в котором мы отстреливались. Вот тут мы залагали. Блин, ну в этот раз что-то как-то тут людно. Может, Тут нам по надо. левой стороне обойти? Вот я туда и смотрю, но там тоже идем зомби. Давай пройдем, я думаю, сможем. Ну, один-то ничего. И сразу же только мы зашли, сразу красный значок опять появился. Не знаю, мне нормально вот сейчас. Ночью шарлик долбит. Хотя тоже особо не расслабляться, потому что они долбят-долбят. А потом раз и заметили. И тебя долбанул, да? Но. Слева зомби. Так вот справа за домом посмотри, да, есть там кто-нибудь. Да, тут зомби на нас идет. Я его сейчас сниму. Пошел только за дом. Минус. К сожалению, увидел этого. А вот здесь в прихожке у дома обычно что-нибудь лежит. Банк. Банка, еда, вода. Ой, я как раз пока. У меня почему-то, блин, опять я тогда ел, но здоровье меня не восстановили, а баночку забрали с едой. Бывает. Радует меня. Это меня радует просто. Так. Что у нас в газетах пишут? Фри 10 прич хатрит. Я не знаю, я знаю английский, но я не понял, что это значит. Видимо, я не настолько хорошо знаю английский хатрит. Я тоже без понятия, что это значит. Так, ну вот уже и выход. Блин, а где машина? Типа 10. Это вообще не то место, кстати говоря, почему-то. Мы не туда пришли, куда хотели. Ну, то есть, оно рядом. Да, мы были, значит, не в Гвозно. Так, блин, сколько у меня в инвентаре всего нужного? Блин, хрен, чего уберешь? Чего? Тут лежит магазин ПМ. Вау, магазин. Для револьвера. Блин, я выкину бинокль еще один. Ну, окей. Зачем мне два бинокля? Так, А у меня-то, кстати, не бинокль ведь. А что у тебя? У меня-то дальномер, оказывается. Понятно, почему у тебя проблемы такие. А да, что, я блин, могу возьмешь расстояние бинокль? вычислять. Блин, я не знаю. В принципе, думаю, найдем потом. Ну вот, лежит бинокль, если что. Я вижу, да, но... Блин, я просто не знаю, что мне выкинуть. Так, давай я съем, короче, и возьму газировку, выпью. Все нормально было. Точно не берешь этот бинокль? Блин, я не знаю, у меня ПНВ еще дополнительно лежит. Спич. Так, короче не говоря, знаю, что я могу выкинуть. Пассив вход, что-то как-то неспокойно, он очень уже близко входит. А я посмотрю, где у нас от Гвозна, относительно Гвозна находится. Ой. Че? Что это было? Да у меня текстуры дома пропали, я в центре поля сидел. На секунду буквально. Не надо такого. Так, короче говоря, мы сейчас находимся в квадрате. Мы вообще не в ту сторону пошли по развилке. Нам сейчас нужно на юго-запад, вернее, на юго-восток. Так все-таки мы в Гвозно тогда находили? Видимо... А, все, я понял, мы в другой части Гвозно. Видимо, то место называется не Гвозно, там вообще названия нет. Но именно вот... смотри, на карте под Гвозно квадрат 3787, да, нам туда. Да, нам и нужно. Вот это вот, я думаю, мы до конца этой серии успеем сделать. Опять, конечно, длинная получится. Ставить. Здесь же нельзя метки ставить. Вот я поставил. Ну только не такую, а типа большой круг с крестом. Чёрный. Ладно, выходим. И веди, так как я не совсем понял, в какую сторону нам надо выйти сейчас. Так, нам сейчас. Ну, блин, налево проще выжить, но тут зомбей полно. Блин, два зомби. Три зомби. Вообще, дорога, по идее, можно по дороге пройти, но можно как-то побезопаснее.
Блин, снимать его нет. Блин, я просто вообще не понимаю сейчас, куда мы идем. На юг идем. Просто на юг идем. Можно просто по этой дороге вот идти по основной и в итоге так прийти. Пойдем тогда по ней. Давай лучше обойдем. Блин, я не хочу с этими зомби. Блин, придется его убить, он опять на нас идет. Сейчас он нас заметит. Да, давай. Молодец. Так, ну да, отсюда уже можно пройти. Так, теперь нам надо к церквушке. Тут тоже куча зомби, так что нужно быть осторожным. Он еще один идет, его тоже, судя по всему, придется грохнуть. Да, блин. Да что ж у вас так много? Ты за мной идешь, да? Да. Блин, скотина. Все-таки довернул в мою сторону. Я думаю, пройдем, не пройдем. Давай, кухим отдыхает. Молодец. Застрелю сегодня у тебя 5 с плюсом. У меня всегда так. Я что, зря, блин, в этом, что ли, тренируюсь? В редакторе? Но я там, конечно, не могу по зомби потренироваться. Ну, что? Ты мне показался, я спалился? В смысле, спалился? Ну, я с шифтой, ну, не с шифтой, а просто решил пробежать. Без никто этого. Не бежит к тебе. Без ратого шифта. У меня был такой звук, как будто зомби так, типа... Капец. Ладно, нормально. У меня в ПНВ как будто гвоздно, как будто светится. У нас что, луна вышла, что ли? Да. Нет. Так, короче говоря, блин, опять GPS выключился. Ты микрофон трогаешь, да? Что-то он у тебя... Нет, я говорю, блин, он у меня последние секунды доживает жизнь. А твою ж дивизию, да, блин. Да ё-моё-то. Ну, вообще времени... Ну, где-то 40 минут мы уже сняли, я не знаю. Ладно, нет, мы дойдем сегодня. Ну, ты появился из зомби сейчас сразу. Ой, ко мне. Ну, мы зашли на NY8. На нем зомби находится по-другому. А слева будет зомби, прям на нас летит. Ой, да. Опять значок плохой связи. Блин, интересно, оттуда свет какой-то неестественный. Хотя так без ПНВ темно. Я не знаю. Это НЛО, явно. Так, зомби. Зомби. Да, человек игрок. Вон то здание управа. Так, ну тут вроде как, вот что на NYC с одной стороны плохо, с другой хорошо, я точно могу сказать, что вокруг нас сейчас нету живых людей. И в какую сторону мы смотрим, да? Да. Палево, конечно, знатное. Так, ты все там обошел их? Да-да. Теперь можно по-быстрому двигаться. Где-то, я думаю, минут 4 так бежать до туда. Да, где-то так. Куча камней. Мне аж показалось, здесь какой-то просто рассадник с палаток. Лягухан потихоньку в нашу сторону прыгает, но я думаю, не успеет до нас дойти. Ну возьмешь, что-то правее и не дойдет. Так, ладно. Ладно! Все вот нормально. Мне надо палатку-то располагать, да? Да. Так, ты за мной? Да-да. Тут я так понял, так и не понял, в какую сторону двигаемся. Нет, все, я уже понял, как тот кто посмотрел. Просто вот сейчас по этой дороге мы дойдем до Гвозди. Реально, как будто бы светит, да, что-то на... Ну-ка, я сейчас выключу. Деревья. Да ничего нету, вообще темно. Вообще темень, просто офигеть какая. Блин, как с ПНВ хорошо. Как будто натурально солнце светит, ну или луна. Так, вот сейчас по дороге мы направо у нас будет. Да, он начинается. По лесу пойдем или слева? В лесу зомби. Ой, давай справа. А слева дом входной. Ну давай слева. А что нам в доме входном может понадобиться? Ну вот поэтому я и... Короче, давай просто идти. Так, там зомби аккуратно. Прыгухан. Прыгухан.
уже его придется убить. Ну, я хочу все-таки в дом зайти, вдруг там лежит, я не знаю, МК-19 с тепловизором, с глушителем и подствольником. Бомба. Нет, сегодня разработчики не в онлайне. Кто-то же говорят, что он на Apache летал, хотя в игре такой вертолета нет. Но кто-то себе добыл. Не стал его убивать. Я просто так... Зачем это? Я застрял. Тут вообще ничего нет. Ну, супер. Значит, плохой связи. Отлично. А у меня как раз исчез. Тихо. А ты внутри? Я вышел. Ой, блин, я думаю, что за шаги. Слух есть? Или не слух? Ну, слух, не знаю. Ну, короче, слышу. Слух плюс наушники, да? Ага. Так, вот тут где-то у нас будет или не будет машина. На двоих-то, я думаю, нам будет с ней нормально. Да, но она сейчас должна быть, по-моему, справа быть в конце улицы. Да. Тут зомби ходят. Так. Кто-то говорит, что вообще все машины можно починить. Ага. Ну, попробуйте починить. И пришлите, пожалуйста, видеоответ в видео. Да, где вы чините, вот, например, вот это вот. Да. Охотничий нож не нужен. С другой стороны, хорошо, что это иллюзия какого-то света, что ли, лунного. А зомби делают более видными. Тебе нужны морфи, более утоляющие. Все есть. У меня все есть. Мало. У меня есть все. Блин, я начинаю путаться, а где именно? А, вот, все понятно. Вот этот дом. И справа от него, вон там в конце улицы должно быть. Я просто по фонтану помню. Нет ее тут, собака. Блин. Мы прошли через, я не знаю... Ой, ты чё прошли? Заходный сервер. Было по фану. Добирались, и вот так вот. Ну не знаю, сейчас может быть, когда серию закончим, потом на какой-нибудь другой. Ой, зомби отреспаунился прям рядом. Сколько? Ни один из нас её не попал. Капец. Давай в коровник зайдем и прекратим серию. Только в коровнике, блин. Тоже по-своему опасно. Коровник? Нет, тогда лучше не в коровник. Блин, зомби отреспавнились по всему городу. Короче. То лучше тогда все-таки в коровник, наверное, зайти. Коровник мне чем не нравится, тем, что с двух сторон подходит к нему. Да, ну сядем тогда в углах и в разные стороны будем смотреть. Так, что у нас в сторожке? Проверяй пока. Фигота всякая. Пустые банки. Ради этого стоило сюда прийти. Да, определенно. Так, а тут пока никто не отреспавнился. Вот это место, где мы пошумели в прошлый раз. Да. Так, тут вроде бы. Ну, вокруг пока что чисто. Ты, собака, живой, что ли? Что-то я лажать начал. Давай. Опять мимо. Снова. Ёлки! Офигеть. По-моему, ты убил, да? Да, я его... Да не знаю, короче, оба выстрелили. Чё-то я, блин... Всё, что я показывал, хорошие результаты, и всё, чем хвастался, в итоге скатилось. Да, пойдём посмотрим, что там есть. Так, я предсказываю, что там есть либо арбалет, либо винчестер. Я предсказываю... Ну, я уже, в принципе, вижу, ладно, не буду предсказывать, поставь консервный банк. И канистра, и винчестер. Такое предложение, по-моему, какое-то невыигрышное. Взять винчестер 1866 и выбросить М4А1 с ОПБС. Вполне себе, по-моему, нормально такое предложение. Верно, да.
Так, ну ладно, давай на этом серию прекращать. В принципе, была крутой, мне понравилось. Но при этом, конечно, блин, геморроя с серверами было сегодня много. Ну ладно, давай прощайся. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Пока-пока-пока.